Друзья, всем привет! Канал Каримов Равиль, канал обо всем. Нахожусь на территории развлекательного комплекса Туганаулом, что переводится на русский язык, родная деревня. Здесь небольшой салончик, казанское серебро называется. Я на заставочку поставил эксклюзивное украшение из серебра 925 пробы собственного производства. Не моего производства, а производства... Да, казанского серебра. Посмотрите, здесь красота. Что для мужчин, что для женщин. Серебро – это полезный металл. Золото только для женщин полезен в исламе. Запрет на ношение золотых украшений для мужчин в исламе. А вот про серебро, платину, палладий там ничего не сказано. И вот такая красота, посмотрите, разные наборы, шикарные кулоны, посмотрите, здесь не менее шикарные цепочки, браслеты. Сережки. А вот смотрите, какие здесь замечательные сережки. Подвесочки. Для развития русского самосознания я показываю вам языкляр. Язык переводится с татарского как перстни, колечики. Это мужские. Посмотрите, какая скромность. У золота такой скромности нет. Вот серебро прям вот замечательно сделано. Исламская тематика, мусульманская. Посмотрите, здесь на арабском языке написано. Сразу предупрежу, это не является оберегом ни в коем случае. На этом предприятии работают очень скромные люди. На мое приглашение дать интервью я получил не отказ, ну просто скромный, очень прям скромнее, наверное, скорее всего, на свете нет людей. Вот. Ну, еще раз повторю, находимся на канале Каримов Равиль. Канал обо всем. А это витрина. Посмотрите, какая красота на витрине. Еще раз напомню, канал Каримов Равиль, канал обо всем. Находимся на предприятии «Казанское серебро». Вот оно, написано «Казанское серебро». У них собственное производство серебряных изделий 925 пробы. Скажем спасибо, друзья, работникам этого предприятия, что они радуют нас. До свидания. Спасибо.